так расцвел гранат. Сегодня я хочу вот этими красивыми цветами поздравить всех с Днем Победы, пожелать здоровья, счастья, чтобы мирное небо всегда над головой было у нас, чтобы не было войн, чтобы мы никогда больше, ни мы, ни дети, ни внуки, не познали ужасов войны. Всего-всего вам доброго, здоровья, счастья, благополучие, взаимопонимание в семье, чтобы все было прекрасно. Еще раз покажу вам цветочки этого прекрасного, прекрасного деревца. Вот так вот цветет гранат, потому что многие не знают. Я тоже видела много раз, как цветет гранат, но вот именно таких цветов, посмотрите, какие они полные, какие они насыщенные. Вот, видите, всем здоровья, всем-всем-всем счастья. Вот этими цветочками это будет как талисман для вас. Всего-всего доброго. С Днем Победы! Я хочу исполнить эту песню, чтобы напомнить себе и вам об этом великом-великом дне. День Победы! Как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Дни и ночи битву трудную несли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы! Ура! Всего-всего вам доброго. Заходите на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Я всегда вам рада и всегда рада буду зайти к вам, подружиться с вами и быть хорошими друзьями. Всего-всего вам доброго. Пока-пока.